Да-да-да, квартирник. И в июле будет уже каждую неделю, наверное. Здравствуйте. Это я, да. Это я, Лола. Ну, это замечательно. Лола говорит, что очень много людей. Это же замечательно. Здравствуйте. Это просто отлично. Мы на новом месте, у нас удачное расположение такое. Надежда Карпова. Здравствуйте, Ирина. Ирина Конешкина, руководитель, бессменный руководитель квартирника. Громко скажите, Ирина. Вы много новых работ, новые участники. Да, Надежда. И старые участники. Надежда. Вот у меня новый шар. Смотрите, какой. Может быть мужской, может быть женский. Да, нам досталось шикарное место. Да. В этот раз мы приехали. Мы так рады все встретиться, так по всем соскучились и по клиентам. Мы тоже очень рады. Сколько мы? 1.5 года, да? Не виделись. Прошлым летом виделись? Да, прошлым летом виделись. А, да. Точно. Но зима какая-то виделись. Была очень тяжелая, поэтому рады втройне. Елена Винтера. Это в YouTube пойдет. Да. Я вас смотрела. Ну, давайте, я, девушки, вас тоже засниму. Подарок с моим браслетиком. Смотрите, какая нежность. Пришла за вторым подарком. Смотрите. Ну, Елена, ваша, конечно, работа, это всегда замечательно. Это приятно, спасибо. Это Ларимар. Файный Ларимар натуральный. Натуральный жемчуг теше, жемчуг. Роскошный. Елена, у вас, конечно, фантазия просто бьет ключом. Но вы звезда. Смотрите, какие работы бисером. Сделано. Супер. Тоже игрушка. Можно как брошечку. Константин с янтарем. Здравствуйте, Константин. А, интерьерные. Разных размеров, да, есть большие, такие побольше, у них у всех одежда съемная. Угу. И маленькие, такие вот очень популярно пользуются в разных стилях, в платьишках, там, каким-то аксессуарчик, букетик, корзиночка в ручках. Я в Америке заказываю, а это конкретно слитая вещь. Шелковое платье, ручная роспись. Надежда Карпова, как всегда, изумляет своей работой. И галстуки, Надежда, вы раскрашиваете, как это, рисуете на галстуках? Роспись на галстуках. Очень нарядно, красиво. Вот присылайте мне фотографию, и
Я рисую на шелке и не ставлю стекло специально, чтобы чувствовалось тепло ткани. Как вот ваш домашний любимец, он будет с вами всю жизнь вашу. Надежда, ну вы прямо на выдумке, какая молодец. То у вас галстуки, то у вас зонты. Теперь еще любимые питомцы. Мариш, посмотри. У тебя любимого питомца нет, видишь? По фотографии рисую. Корги? Корги, да. Присылайте мне фотографию, будет ваш питомец. Красиво, да? Все ручная роспись. Шелк и ручная роспись. Шифон толстый, есть крепдешин, есть кринкл шифон. То есть все это разного плетения шелка, но все 100% шелка. И это платье, оно как бы и под брючки хорошо, и можно здесь собрать на плече, можно вот как у вас, можно здесь собрать, тогда будет такой новый. Потому что я вот ищу себе, я уже... Лола показывает, как можно носить. Ну, у вас, как всегда, замечательные сумки. Пожалуйста. Покажите хоть одну, как они у вас внутри оформлены. Хорошо. Большую, давай. Это рюкзак. Это рюкзак, да? Это рюкзак, да. Значит, в руке, рука, на плече, на плечах. На плечах. Так. Три замка. То есть один замок, одного мало. Значит, два еще. И вот, пожалуйста. Ну, что у нас внутри интересного? Так, это вот. Так, это у нас кожа, кожа, да? Можно отсекнуть? Нет, я смотрю, что чтобы вот здесь вот не путалось, может быть, здесь тоже. Ждем вас на квартирник с примеркой этим летом по субботам. Да, Пегаса Пилс. Да. Это Дзинтери напротив концертный зал Дзинтери. У Лолы, как всегда, примерки. Такой яркой женщины. Красивые тапочки. Подожди, Марина, Лола хочет на тебя надеть. Тебе все тапочки, а Лола хочет на тебя палантин надеть. Ой, подожди. Марин, ну стойте ровно, пожалуйста. Смотри, какая красота. Лола, вы прямо угадали цвет. Ну, а это мой любимый, да? Да? Во, видите как? Я все люблю. Синий, фиолетовый. Красота? Синий, фиолетовый, голубые. Мои любимые цвета. Красный нет. Красный нет. Хотя вы яркая женщина, красный вам даже нет. Ну, не ношу и не предпочитаю. Лола, напомните зрителям, из чего вы делаете. На шелке, шерсть шелком. Двухсторонние, я помню. Всегда двухсторонние палантины. Одела шарф, она должна набросить, а он должен убрать. Основа. Что? Основа шелк. Основа шелк. Это пробивается, это шелк. Да. Вот это пробивается шерсть. А вот это шерсть? Да, 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 да. Так, стоп, секундочку. Вы сначала пробиваете шелк. Нет, это ручное. Здесь шелк. Немножко другая техника тут. А я не видела этой техники, Лола. У вас ее... Очень, это вообще мои идеи.
Меня узнают по вот этому. Нет, просто вы, наверное, не часто делаете эти палантины. Именно вот с такой. Разных типов ткани. Разбирают. Ой, какая красота. Шелк и шерсть. Обалдеть. Взяла этот шапку, говорит, все, это... Говорит, я вообще-то пришла для шапка, за шапком для подруги. Марина, а что ты делаешь? Фоткаешь? Снимаю видео. Хорошо. Ну, посмотрите. Да, тут я палантин помню до сих пор. Еще туда посмотрите. Меня с двух ракурсов, да? Марина, ты нажала кнопочку снимать? Да. Хорошо. Любимая шапка-решетка. И тут тоже такая же техника просвечивает фрагмента шелка и соединенной шерсти. Да, его можно и скрутить, да, и это в прошлый раз надеть и завязать. Очень удобная эта решетка. Продернуть можно, да, 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 очень интересно. Так, не вижу, куда тут продернуть. Какой такой сифончик. Красиво, шикарно. Лола, вы как всегда. Хорошая звезда. Спасибо. Вот, был шарф, да, да, да. Получилось кимоно. А перевернули, а еще обратную сторону обратно, покажите. Обязательно. Обязательно. Ой, какая красота. Очень красиво. Да. Тоже можно завязать ремешком, пояском, да, подпоясать. И новое платье получается очень красиво. Оригинально. Шикарно. Так, как мы привыкли. Да, Лола, фантазия, конечно. Свою коллекцию нам представляет Лола. Лола Лэнс. Лола Лэнс. Лола. Лола Лэнс. Очень приятно. У Лола что-то новое. О, классное, точно. Этого не было. Супер. Подождите, Лола. Вообще супер. А почему вы сделали одну сторону? Ну, как бы одну сторону. Нет, я имею в виду вот эту сторону. Вот эта часть, она как-то как разрезана. Почему вы так сделали? Очень удобно носить, очень удобно сидеть так. А, я поняла. А, да, логично. Да, да. Ой, здорово как. И это опять не все. Лола. Слышишь? Каракульча. Я не могу. Натуральная. Вы всегда? Каракульча. Вот, да? Просто имитация каракульчи. Вы всегда меня просто поражаете. Новыми идеями. Я забыла резиночки. Обалдеть. О! Марина, ты посмотри. Боже мой. Расскажите стоимость этого изделия. Ну, говорите, говорите, почему? Лола. Интересно людям? Конечно. Конечно. Ну, так как я продаю сама, валяю сама и продаю сама, то, например, шали 45, 55, бывает 75. Mm-hmm. Ну, это уж такое. Ну, это в зависимости, да, от работы, евро. Да. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Шапочки 30 евро. Mm-hmm. Очень классно. И все это ручная работа, это друзья. Работа. Mm-hmm. И натуральные материалы. А здесь, да, основа какая у нас? Тоже шелк, да? Так, вы знаете, я тут вообще просто в шоке. Посмотрите, вот что... Штучка. Штучка двухсторонняя. Знаете, я даже не знаю, двухсторонняя. Как всегда, все раз в корнер. Да. Надеюсь, что женщины у нас догадливые. Представить себя на другой... Это на другой одежде. А это разве не спинка? Его можно и передом, и спинкой. А спинку вы поворачиваете, у вас такая легкая спина. Да. Бежевые. Угу. Разгайся. Угу. Все в порядке. Потом вы решили одеть. Для особо смелых можно и так на тело одевать.
Вы можете одеть белую маечку, да. Например, белую. Белые брючки или леггинсы, угу. И одеть это как тунику. Вола, вы просто кладезь идей. Ну, рукодельница, посмотрите, какая мастер. У кого позволяют ножки, у кого позволяет возраст, вы снимаете вообще все. Да. Это носите как платье. Ну и потом, как всегда, можно перевернуть, потому что нет ни швов, ни изнанки. Да. Тут есть у вас желтые вставки, то если вы его перевернете, просто свободная от узора спинка или вперед, как вы решите. Я просто, если не там, ну такой, то я еще ни разу, у меня аллергия на цвет. Ну не один, не один. Лена, конечно, я покажу. Давайте познакомим вас с мастером. Оксана. Оксана. Девушка Оксана. Палет. Его можно и на плечо, его можно и куда-то на шаль. Угу. Очень красиво. У вас на самом деле очень красивые украшения. А вот это что? Скажите мне, пожалуйста. Ой, извините, это... я что-то уронила. Вот это что? Это держатели рингового номера для тех, кто ходит на выставки собак. А, для собак. Сразу игрушка. Да, держатели, точно. Два в одном. Точно. Подождите. Сейчас. Матрешка? Да. Матрешка. Сваровский? Все, Сваровский абсолютно. Все камушки Сваровские. Ой, якорь какой красивый. Это термостойкие краски, потом проходят термическую обработку. Термостойкие краски проходят термическую обработку. Да. Я повторяю за вами, потому что тихо. Понятно. Надо громче говорить. Самовар электрический рабочий. Да ладно. Да, он рабочий, можно чаек пить. Именно этот самовар. Он тульский старинный самовар. Тульский старинный самовар? Ой, а смотрите, там еще. Слушай, закончим с этим. Подожди, да, расскажи, да, рассказывай, пойдемте туда. Да, это старинный тульский самовар. И как вы его, как вы точечно? Роспись точками. Роспись точками, а потом запекается. Потом это обжигается все в печи для того, чтобы это не текло, когда... Да. Пользуются им. Печь специальная для керамики, да? Для чего угодно, да. Обжигать можно все. А краски какие вы берете? Краски термостойкие, специальные краски. Все, кто захочет что-то купить или познакомиться, все через Ирину Конешкину. Она организатор, она это как бы всех. На Фейсбуке, это да. В Инстаграме там. А пойдемте те посмотрим. Пары тоже они рабочие. Да. Можно пить чаек. Ага. Это... Марина, сумка аккуратно. Нет, это у меня музыкальная тематика. Видите, здесь клавиши. Вот так, подождите. Да. О, обалдеть. Слушайте. Вот. Сверху, если можно посмотреть, здесь тоже клавиши. Музыкальные. Музыкальные вот клавиши. Музыкальный. А это просто в восточном таком стиле. Угу. Поднос. Ой. И самого. Да. Слушайте, просто фантастика. Все они электрические, работают. Сколько труда и сколько терпения. Все выполнено точками. И чем больше будем заваривать в нем чай, тем лучше будет держаться рисунок. Да, да. Правда? Можно и петь. Серьезно? Оксана, а что у вас за брошка? Рак вот, или да, что это? Крабик. Крабик. Да. А вот внутри Внутри камень... это кабошон. Кабошон. Это лунный камень, в такой обработке. Очень красиво. На белом вообще очень красиво. Наконец освободилась. Ну да, наконец Елена освободилась. Елена хочет Марине сделать подарок. Марине сделать подарок, потому
что настолько женщина роскошная, шикарная, и не такие костюмы эффектные. Видно, что человек искусство большим старается. Большим вкусом, да. Мне хочется ей от себя лично дать подарок. Наконец-то я ее вижу. Да, по мере. Не, по мере размер. Все подходит. Я вижу, все идеально. Причем Елена подобрала по характеру. Это моллюска, тридакна, мне кажется, Марина. Ну, я же Марина морская. И вы считаете, как нравится? Это будет подарок. Коробочка. А что это значит? Разными солнце, солнцестояние, желтые одежды, янтарь. Да? И поэтому, ну, еще нам изумруд натуральный. Но янтарь я на вас первый раз вижу. Изумруд натуральный. Видите, что у меня? На удачу. И глазик. Ну, это от глаза, конечно, янтарь. Елена подбирает украшения именно по типажу человеку. Себе янтарь. Он такой легкий, а с агатом получается такой вариант как бы облегченный. Понимаешь, вот агат и янтарь. Очень интересное сочетание. Я не видела, чтобы здесь кто-то в Латвии еще такой сделал, как... Я как бы основатель. Да, Елена, вы на самом деле тоже. Нет, ну, и у меня было колье еще такое, еще можно сделать на шее. Интересно. Каждую субботу ждем наших друзей, гостей, почитателей. Да, всех желающих, да? Надеюсь, нам ничего не помешает. Не помешает. Каждую субботу Пегаса Пилс. Каждую субботу. Спасибо. Вы найдете здесь самые красивые изделия, не только для тепла, но и для души. Ох, Марина, прям. Что всех нас ты сюда привела. Спасибо тем, кто о нас заботится. И спасибо вам. Наше время все непредсказуемо. Это точно. Друзья, заканчиваю я ролик и еще раз хочу вам показать квартирник с примеркой. Выставка продажи аксессуаров ручной работы. Пегаса Пилс. И он находится напротив концертного зала Дзинтери. Там море. Мы сейчас с Мариной, нет, попозже туда пойдем. Ну ладно, это уже отдельно. В общем, друзья, ждем вас каждую субботу в течение лета на вот таком замечательном мероприятии.